помните, в этом году к нам с мамой приезжал мальчик из Крыма, Леша Рульков. Я потом к нему туда, в Крым, летал. Да, помню. Помните, он не выиграл квартиру, он так хотел помочь маме, а потом так плакал, что мы решили полететь туда к нему и повезли ему подарок. И он мне обещал, что ко дню рождения русского лото он выточит на токарном станке у себя дома бочонок с цифрой 24. Михаил Борисович, и Алексей сдержал слово. Внимание на экран. Наш репортаж из Крыма. Привет, я Рульков Леша. Мне 13 лет. Живу в Крыму, в селе Мазанка. Михаил Борисович попросил меня, чтобы я сделал бочонок с цифрой 24. Давай мы, знаешь, с тобой договоримся, что ты нам бочонки вытащишь новые. Хорошо? Сможешь? Ну, правда, 90 штук надо. Или хотя бы один бочонок такой, сувенирный. Большой выточишь? Хорошо. Сообразишь? Взяли заготовку и прикрепили ее на токарный станок. Самое сложное было у меня точение. Теперь буду его лакировать. Последние штрихи. Ну вот, мой бочонок готов. Поздравляю русское лото с днем рождения, с 24-летием. Михаил Борисович, сюрприз! Нет, все-таки приятно, когда мужчина умеет держать свое слово. Молодец, Алеш, спасибо. Золото, а не парень.